Всем доброго дня! В эфире новости ММА. Рафаэль Дос Анис в своем недавнем интервью заявил, что Хабиб Нурмагомедов победит Эдди Альвареса. UFC может дать титульный бой в легком весе Хабибу или Конору, говорит Дос Анис. Это было бы несправедливо, поскольку Конора ждет Жозе Альдо в полулегкой весовой категории. Парень ни разу не защищал пояс чемпиона, а уже хочет драться за пояс в легком весе. За пояс должен был драться я, в матче реванша, но планы у UFC другие, а если Хабиб выйдет на титульный бой, то пусть так и будет. Думаю, что Хабиб может победить Альвареса, мне удобны оба варианта, я хотел бы получить матч-реванш с одним из них. Джефф Монсон заявил, что в ноябре планирует провести свой последний бой и завершить карьеру бойца ММА. Чемпион среднего веса UFC Майкл Бисминг бросил вызов Джорджу Сен-Пьеру. «Хватит быть циклом», обращается к GSP Бисминг. Я официально бросаю вызов Джорджу Сен-Пьеру на бой в Торонто в декабре. До новых встреч, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей в мире смешанных единоборств.